Любимое лакомство нашего шарика – это вкусные сочные улитки. Не успеет улитка упасть в аквариум, круглощёкий уже хрустит ею прямо как ты чипсами. Во время такого обеда всегда приходится быть начеку, чтобы другие голодные рты не отобрали добычу. Шарообразный старается схватить улитку, уплыть куда-нибудь в укромное местечко и спокойно полакомиться. Самое интересное, сколько бы улиток он не съел, обязательно попросит добавки.